Более 100 лангепасцев стали участниками международной акции «Спасти и сохранить». В этом году она проводится уже в 21 раз. Экологическое мероприятие включает в себя ряд событий. Среди них посадка деревьев, очистка береговых линий. Ну и, конечно же, субботники. Одна из масштабных уборок прошла накануне. В ней приняли участие трудовые коллективы, школьники, волонтеры и просто неравнодушные жители. Сегодня у нас участвуют общественные организации и территориальное производственное предприятие «Лангепас нефтегаз». Они убирают улицу Парковую от парка «Бегемот» до спорткомплекса «Свитязь». Образовательные учреждения убирают беговую дорожку, пешеходные дорожки, детские зоны в территории всех парков. Студенты политехнического колледжа убирают парковую зону от парка «Бегемот» до больничного комплекса. Так называемая «чистая пора» – одна из любимых, признаются трудовые коллективы. Можно совместить приятное с полезным, зарядиться энергией, прогуливаясь по лесному массиву, но и заодно привести в порядок любимые локации. Сегодняшняя акция – лишь малая часть в сохранении окружающей природной среды. Наша сегодняшняя акция позволяет показать подрастающему поколению, насколько важно поддерживать состояние окружающей природной среды. Дети, смотря на участников акции, воспитывают в себе экологическое состояние, так скажем, с малых лет. И, становясь старше, уже непосредственно сами захотят поддержать и сохранить окружающую природную среду. В этом году темой акции стало сохранение водных ресурсов. Именно поэтому большое количество людей убирали территорию вдоль протоки. Всего за пару часов было собрано более 200 мешков с мусором. Эколого-просветительская акция продолжится до конца ноября. Всего в программу включены 48 природоохранных мероприятий. В их числе различные онлайн-обучения для детей и подростков, лекции, международные экологические форумы. Валерия Ружицкая, Сара Тураева, Дмитрий Филимонов. События.